Гонки со смыслом. Впервые в Кирове прошло авторалли, которое посвящено 70-летию Победы. Красная гвоздика. Именно этот цветок стал символом городского заезда. Участники не только соревновались в скорости, но и почтили память тех, кто воевал. Вместе с экипажами авторалли по знаковым местам проехала и Ксения Фрик. До старта еще 20 минут. Фото на память с главой города делают участники авторалли «Красная гвоздика». Как раз этот цветок – символ акции. Мероприятие посвящено 70-летию Победы. Экипаж под номером 10 уже готов к выезду. Самое главное – приехать вовремя, в нужное место. Нигде не задержаться, нигде вперед не приехать. То есть это точность. Правда, с точностью возникли проблемы еще на старте. Штурман Сергей Альгин рвался в бой, но их выезд задержали. Мы во сколько должны стартовать? 28. В 29 мы должны что пересечь? Не обязательно. Вот эту линию. До 30 минут вы можете тут стоять смело. Все, поехали. Всем экипажам, а это 11 машин, выдали дорожную книгу. Здесь карта маршрута и задание. Штурман указывает водителю направление и контролирует время в пути. Первый пункт назначения – автодром. Испытание на скорость предстояло пройти каждому экипажу. 10-й номер проехал за 53 секунды. Все, по коням, по коням. Следующая контрольная точка на развилке в Радужной. И приехать к ней нужно ровно минута в минуту. Таковы условия ралли. Нельзя опаздывать, но и раньше приезжать тоже запрещено. Поэтому скорость иногда приходилось специально сбрасывать. Сейчас следующая значимая точка – памятник венгерским военнопленным. Да, иностранным военнопленным периода Второй мировой войны. Такой памятник еще найти надо, рассуждают участники авторалли. А находится он в Кирове на улице Щерса. Это один из четырех мемориалов, куда прибыть должны все экипажи. Но просто отметиться на точке недостаточно. Нужно возложить цветы в дань памяти о героях войны. Как раз это основная цель акции «Красная гвоздика». Это мероприятие мы будем стараться сделать традиционным каждый год. Они проедут по тем точкам, где установлены мемориальные доски, где стоят памятники, именно посвященные Дню Победы. Хлебом и солью участников авторалли встретили в Дороничах. Это уже середина маршрута. Красные гвоздики они возложили к скульптуре-обелиску, павшим в Великой Отечественной войне односельчанам. И в таком заезде важна даже не победа, признались водители. Это как раз тот случай, когда важнее участие. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давичи.